закончится чемпионат Республики ММА. У нас от клуба есть призер этого чемпионата. Саня, который смагался 84 килограмма, не хватило, в финале проиграл полевым приемом, но он будет расти, я думаю, да? Большое спасибо организаторам Федерации рукопашного боя ММА за проведение турнира и, конечно, нашему спорту, то, что помогает в развитии ММА и вообще рукопашного боя крепко.